Ерефія зараз перебуває на краю прірви. Звичайно, вони поки що тримаються. Ну нам же наберуть по об'явленню. Він же яке відношення має до армії? Є проблема, яка пов'язана з тим, що у тих санкціях, які вже діють, дуже багато дірок, через які вони пролазять і можуть щось купити. І дуже важливо, якщо ми кажемо про секторальні санкції, щоб оці щілини усі були закриті. І в Євросоюзі над цим працюємо. Це зараз дуже важливо. Крім того, уже немає найбільшої газової компанії у світі, яка мала назву «Газпром». Кому вони зараз продають газ? Вони думали, що всі стануть на коліна перед ними. Сподівалися, що так і буде. Але ми бачимо, що майже ніхто в Європі російський газ уже не купує. Тобто тієї компанії «Газпром», яку ми знали, уже більше немає. І так буде з іншими компаніями. Крім того, нам, українцям, не треба покладатись на росіян, які, мовляв, повстануть і скинуть Путіна. Це ми, українці, виграємо цю війну і змінимо там все у них. Ми зробимо ті передумови, завдяки яким Росія розвалиться. І там усе зміниться. Тому не треба на них ставити. Треба ставити на нас. Ми реальна сила. Ми вже їх зупинили, і ми та сила, яка пожене їх назад. Єдина сила, яка переможе це зло, це Збройні Сили України. Ну, це ж анонсувалось. Тобто, кстати, к вопросу о том, що вони всіх диверсантів уничтожили і так далі. В прошлый раз, коли це був білгородський рейд в Гайворон, вони 70 чоловік говорили. А потом, через какое-то время, там, может, несколько дней спустя, в Сумах, кажется, я боюсь соврать, представители легиона и РДК дали пресс-конференцию, на которой все живы, здоровы и так далее. Хотя потери были, но все-таки не 70, и далеко даже от этого цифры. А что касается происходит сейчас, ну, это какой-то уже сложившийся этап, вот, когда война действительно переходит на территорию России. Мы много раз об этом говорили, не знаю, помнили, нет ли в ваших эфирах, но это этап, в общем, того, чтобы охарактеризовать его как война в России в самой уже. Потому что им бы хотелось бы, чтобы это все оставалось как прежде, где-то там, в Украине, идет война, гибнут люди, а у нас-то все хорошо. Вот. Но этого так не происходит, так не бывает. Так и бывает. И вот сейчас, собственно говоря, потихоньку, пока в регионах приграничных, российский обыватель, да и власть, кстати сказать, привыкает к тому, что это не просто прифронтовая зона, это зона боевых действий. И эта штука будет идти дальше, безусловно. Да, у нас принято говорить, что недорогие россияне, в эту игру можно играть вдвоем, это касается и беспилотников в Москве, и вот то, что происходит в Белгородской области. Но при этом, мне кажется, буквально вчера военный преступник Путин, он сказал о том, что на совещании Совбеза, что некие недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию внутри России. Ясно, что ну, еще не раскачивают, но сейчас употребляют такую фразу, в частности, и о Москве мы тоже поговорим обязательно отдельно, гражданская война, да, что, ну, и добровольцы же говорят, что они в военторге все купили и пришли к себе домой. Марк, насколько вы политик с опытом, чувствуете ли вы вот этот запах гражданского противостояния? Ну, отчасти. Нельзя в полном смысле сказать, что все условия сложились для этого гражданского противостояния внутри России. Оно действительно постепенно складывается и в верхах, и в низах. Ну, в верхах очевидно. Посмотрите, что происходит уже между Пригожиным, уж ладно, там, Герасимовым и, значит, Шойгу, а вот уже и с Кадыровым. А это уже, кстати, национальный аспект, между прочим. Здесь есть непростая ситуация с титульной культурой, которая как бы пытается репрезентовать ЧВК Вагнера. Это вот мы тут русские. И, в общем, северокавказцы. Вот вам, пожалуйста, еще одна из линий противостояния, помимо элитного, внутриэлитного противостояния. Кто-то скажет внизу, а вот поди ж ты, оказывается, появилось несколько категорий, по меньшей мере три людей в России, которые к войне имеют самое непосредственное отношение. Вот мы знали мобилизованных. То есть это, я имею в виду, принудительно. Тот, кто добровольно, в конце концов, он сам выбирает, много ли таких. А принудительно мобилизованные вот эти 325 тысяч, о которых заявлялось 21 сентября прошедшего 22 года, вот те категории. А теперь еще новая категория появилась. Вот эти переселенные шебекинцы или, так сказать, из других мест приграничных и так далее. Это уже новая категория. Ну как так? Вроде бы, казалось бы, они жили, все у них было хорошо, работали на этом заводе, как там оптика, волокно, что там, сапфиры какие-то искусственные. Я так и не понял, что там за завод, но неважно, его уже уничтожили, потому что понятно, что этому заводу не жить.
Вот теперь категория переселенцев. Одно дело, вот они там радовались, вот там украинцы переселяются к оккупированным территориям, внутрь, вглубь России едут. А теперь сами русские от границ теперь перемещаются внутрь страны. Ну, может, там пока в Белгородскую область, а там, глядишь, и дальше. Вот они где-то жили, где-то работали и так далее. А вот, оказывается, вот так война может повернуться, когда, собственно, с тобой происходит ровно то, что уже 15 месяцев происходит с жителем соседней страны. И когда тебе дела не было, и когда ты безразлично к этому относился, тут ведь, понимаете, такое бинарное отношение. С одной стороны, конечно же, там обывателя обычного, его же не спрашивают. Ну, честно скажу, там россиян спрашивают, начать войну, закончить войну, убивать, резать, нет. Ну, как бы действует от себя, что называется, власть, она никого не спрашивает, она никем не контролируется, никого не спрашивает. А с другой стороны, вот эта амбивалентность, вот это безразличие, вот это отношение, а это где-то там, нас это никак... Ну, как же вы можете нас обстреливать и так далее? Ну, слушайте, ну, нужно же, так сказать, опуститься на землю уже, понять, что вы живете в самой опасной зоне, прямо рядом с границей с Украиной. Они вот не знали, что из Шебекина обстреливают Харьков в том числе? Вот у меня такой простой вопрос. Вот я вот слушаю разговоры, какие-то, видно, украинскими спецслужбами подслушанные и так далее. И вот они рассказывают, ну как же так, вот нас, вот там мама рыгает, вот, ну там она называет по матушке, значит, Кремль и так далее. Но все равно какое-то ощущение, что ну как же это вот с нами происходит. А вот когда из Шебекина валили снаряды и все остальное по Харькову, а это рядом, это что там, какое расстояние? Как-то это никого не беспокоило, как-то это никого не колебало. Ну так на что же рассчитывать, на какое сочувствие? Тем более, что, вот я сказал, вторая категория, а появилась еще третья, да, на Рублевке. Вот элита, которые, они жили там у себя, предавались свальному греху, еще всяким прелюбодеяниям и всякому плохому, а для них хорошему, а может вообще хорошему, не знаю, я сам не пробовал. Вот, и вдруг прилетает дрончик. И они как бы, ай, что делать, и так далее. Вот там я почитал, Собчак, значит, как-то так недовольно, капризничает, так сказать, раздраженно об этом сообщает. Я уже рассказывал, я такого знал, Витю Бондаренко, он живет на Рублевке, у него дом был. Он большой крупный коллекционер, ну, естественно, как понятно, как деньги заработал. Ну, как они в России деньги зарабатывают? Вот. И он в 2012 году, когда защищал Пусси Райт, он очень занимался как бы судьбой. Он вот очень сочувствовал, все, а он современное искусство собирал. И вот его показывают в Инстаграм, сейчас его везде в украинских пабликах цитируют. И вот он такой, он же седой, за 10 лет постарел. И говорит, ну да, говорит, да. Вот там типа жена, говорит, в подвал прячься, а я вот думаю, завалит меня, там буду лежать. Ну, говорит, хорошо, что дети в Милане. То есть они как бы в общем и целом, вот она третья категория, несчастные бедные бары. Ладно, холопы, им так положено, а вот там на Рублевке, оказывается, тоже небезопасно. То есть всем казалось, что ну, война где-то далеко, война это про кого-то, но не про них, тем более дети в Милане. А вот оно поди, что и вот оно прилетело прямо сюда. И тут как бы, и как же коллекция там у него такая, при входе висит такой портрет девушки, такой, глаза такие. Вот. Куда же это все добро, хозяйство? Золото жало, как говорил Остап Бендер, когда переходил румынскую границу. Бежать-то некуда, а куда с этим с награбленным-то?